Здравствуйте, друзья. 8 часов вечера, пятница. Мы с вами в аэропорту города Сан-Хосе. И здесь у нас предстоит встреча. Аэропорт прикольный. Это, можно сказать, главные ворота в Кремниевую долину. Ну, конечно, если не считать аэропорта Сан-Франциско, который, может быть, еще главней. Встречаемый, это всего один человек, встречаемый пока не подошел, хотя рейс его вот только-только приземлился. Еще одна деталь, друзья. Из Нью-Йорка прилетает наш гость. Вот написано «Аляска», 1065. Вот на этом рейсе он и прилетит. Вот уже пошел багаж с нашего рейса. А где же гость? Вот и загадочный встречаемый. Представляйтесь. Меня зовут Станислав. Так. В пути 30 часов уже. Боже, откуда вы? Я из России, сейчас из Краснодара конкретно. Это не ваш чемодан перевязан такой пленкой? Нет, он у меня чистый такой летит. Значит, до Москвы, да, или как? До Москвы, до Нью-Йорка и теперь сюда. Так что у вас там, лотерея какая-нибудь? Да, лотерея. Которая из них? Я думаю, пятый раз уже. Ой, то есть пять раз играли? 5 лет, да. И выиграли в Диви 2018? Да, 18-й. Понял, то есть вы как бы из последних птичек, заезжающих по Диви 2018? Ну да. Так, а вы что, холостой? Нет, у меня семья большая, ждет меня дома. Дома-то где? В Краснодаре. Так, а как дома? А не то, что вы их тут ждете? Все правильно, да. Я их жду здесь теперь. Да. Теперь, да. Хорошо. Теперь. Ладно, так семье, может, привет какой-нибудь? Я не знаю, будут ли они смотреть, но скину, конечно. Но так, я вас уверяю, что доброжелатели им подбросят. Хорошо, жду всех вас здесь уже. Я уже здесь, теперь остался ваша очередь. Ну, друзья ваши вас поддерживали или вы скрывались? Я скрывался, поскольку друзья у меня достаточно патриотично настроили товарищи. Да. Приходилось избегать. Ну, диплом есть, образование высшее, здесь оно непригодное. Какое? Поэтому, врач по образованию, соответственно. Так. Возраст уже не то, чтобы здесь переучиваться. Но не работали врачом? Немножко не по специальности, да, получилось. А кем же вы были? В госорганах служил, как бы так. Ага. Вот. Ну, у вас и вид такой. Вот такой как-то, вот качок такой. Так, нет? Вы качок? ФИЗО сдавать приходилось постоянно, естественно. Все, хорошо. Так, но не было проблем вот с выездом из страны, с тем, что вот вы там? Ну, в принципе, нет, все, я уволился, все, проблем нет. Все. Хорошо. А с английским как? Говорю, на бытовом уровне, да. А где же вы там набрались английского? Это всегда было мое, хотя в школе учил немецкий, но да. Английский это всегда было мое. Говорят, Краснодар какой-то очень красивый город. Я почему спрашиваю, я там был лет 35 назад. Он был ничего, вполне ничего. Он такой был южный, немножко пыльный и все такое. Но вот сейчас говорят, что такое, чем прям Париж, говорят. Немножко не так. Он зеленый, красивый, все тепло, хорошо. Но там вот отсутствие генплана и застройка, незаконная, оно сейчас перечеркивает очень много плюсов Краснодара. Вот. А чего незаконное? Строят, допустим, вместо индивидуального жилья многоквартирные дома везде, без плана, и потом их через взятки, допустим, легализуют. Ну, если через взятки легализуют, значит, законно, слушай. Да, инфраструктуру нет. Дома есть, дорог нет, садиков нет, школ нет. Вот то есть они проблема. Строят, я понял, они строят многоквартирный дом там, где не запланирован многоквартирный дом. Где там, да, под двухэтажку, они ставят там 5 этажей, ставят и продают как квартиры. Через суд выводят квартиры и продают их там. Вот в этом большая проблема. Вы как бы местный там, коренной? Нет, мы там год. Мы сами из Сибири. И вот... То есть вы как бы понаехавшие? Да, мы понаехали. Много понаехало? Весь Краснодар понаехал. То есть говорят, что вот как бы россияне стремятся к теплу, к фруктам. Это потому, что единственный район в нашей стране, где вот можно жить в свое удовольствие. То есть можно все-таки? Да. Как говорит мой сосед, мы здесь не живем, мы здесь кайфуем. Ну там, собственно, и до Черного моря недалеко. Правда? Да, на машине как-то с утра уехали, вечером приехали. То есть сколько там, часа полтора? Это, да, час 40 минималка. Да. Мы как бы коренные сибиряки, и вот год прожили в Краснодаре, и все, и нам, конечно, понравилось. Да. Ну так а где вы в Сибири-то жили? Я родом с Красноярского края, потом... Это суровые места. Да, Сибирь, центральная Сибирь, потом перебрался вот в Восточную Сибирь, Иркутская область.
там уже район Крайнего Севера, я там прослужил. Какая там область? Иркутская. Иркутская. Подождите, а где же там Крайний Север? Там есть районы, приравненные к Крайнему Северу. А, я понял. Вот. По мне Иркутск место такое теплое, в общем? Ну, как бы нет. Там нет. Холоднее, чем в Красноярске, вот именно в этом районе мне оказалось. Понял. Вот, и вообще я всегда был инициатором, и вот 6 мая прошлого года, получается, я уволился, а 9 мая узнал, что выиграли. То есть вы уволились, не зная, оно вышло так? Да, оно так вышло. Не было проблем с прохождением интервью на знаете, нет, посольстве? Нет, все было доброжелательно, хорошо. То есть вам не цеплялись там за прошлое? Я переживал, думал, проверка будет административная, но ничего такого не было. Все сразу проскочили. Проблем не было. Ну хорошо, так а чемодан ваш не прошел? Катается, нет, он катается, вот я смотрю на него. А, так давайте заберем, давайте. Что мы тут стоим как сироты какие. Он доедет, но... Давайте, который ваш-то? Вот тут черный с красненьким. Черный с красненьким. Друзья, черный с красненьким. Все, что нажито непосильным трудом, вся жизнь в одном чемодане. Понял, так а как вы про нас-то знаете? Про вас с вами я знаком очень давно, как раз именно, наверное, лотерея с вас началась. Когда человек только задумывается о том, как бы что-то здесь, то надо бы куда-то уехать, он начинает копать интернет и натыкается на вас. Вот. И ну, 5 лет назад, узнал... кроме нас, мало чего было. Сейчас много чего есть. Так, забираем красненькое с черненьким. Да. Вот как раз с вашей историей я тогда давно познакомился. То есть я прошел ее вместе с вами, историю вашей эмиграции, ваш магазин, ваши кожаные куртки, я это все помню. А, то есть вы книжку читали? Ну, это в онлайн, там, все это онлайн. В онлайне читали книжку, я понял. Ну, хорошо, пошли, давайте я какую-нибудь возьму. Вот маленькую можете взять. Давайте, значит, мы идем в ночь, вот туда пошли. Нам нужно в соседнее здание, через дорогу тут вот, как бы нормально пройдем. Ну, хорошо, так вы пошли рыться там в интернете, нашли нас. Нашли, наверное, форум говорим про ЕС, да? Да, вот через него вышел в лотерею, вот. И стали мы играть. Каменные джунгли Америки, друзья. Паркинг в аэропорту. И вот мы видим наш иммигрантовоз. Иммигрантовоз имеет традицию. Традицию, я напоминаю для тех, кто первый раз смотрит. Традиция состоит в том, что на иммигрантовозе есть кнопочка, которая закрывает крышку багажника. И закрывающаяся крышка символизирует то, что дверь в прошлую жизнь закрывается, а в новую дверь открывается дорога. В новую жизнь открывается дорога. Поэтому, значит, что мы делаем? Вы нажимаете кнопку. В этот момент, подождите, в этот момент все, кто хочет поучаствовать, как бы, в том, чтобы дать вам позитивный импульс, в этот момент нажимают кнопку лайк. И тем самым себе в карму пишут хорошие, добрые очки. Вот. И мы с вами, пока крышка закрывается, там пару секунд, мы в это время ликуем. На самом деле, очень такое чувство необычное оказаться вот по ту сторону экрана. Да, вот. Я знаю. Вот. Многие так рассказывают, да. Ну давайте. Ну что ж, поехали. Поехали. Ну, нажимаем. Ликуем. Ура! Все, крышка захлопнулась. Только вперед. Что же, друзья? Не хочется сказать хайвей ночной, хочется сказать хайвей вечерний, потому что сейчас около 9 часов вечера, мы движемся в Mountain View, на другой стороне улицы, которая разделяет Mountain View и городок Лос-Алтос, находится наша школа, а от того места, куда мы едем... А что за место-то? В смысле, что там? Квартирка, я так понимаю. Так, и там наши студенты. Да, там студенты. А как вы их нашли? На доске объявлений ваших. То есть у нас есть веб-страничка? Да. Я понял. И вы прямо из Краснодара с ними списались? Да, связался, все договорились. Ну, отлично. А вы в скайпе как-то поговорили, вы их видели в глаза? Нет, только онлайн-звонки и все, то есть по телефону. Ну да, все хорошо, хорошо. Что же, друзья, вот уже Кремниевая долина. Компании всякие замечательные с разных сторон. Веритас слева, перед ним был AMD. Кажется, темно. Темно. Макафи, он справа, красная вывеска там за деревьями. Вот видите, там место Макафи. Да. Вот. Бесполезный антивирус. Ну, полезный, бесполезный, а какое здание занимает? Так, ну что, вот, друзья, вот встреча на Эльбе, встреча в Mountain View. Это вы такое что-то, сигары какие-то курите? Да, друзья, в Америке жить, сигары курить.
Вы чем занимаетесь-то, скажите? Сейчас мувингом. А? Временно мувингом. Мувингом. Ну, отлично. То есть осваиваетесь. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас машину. Ладно. Все, прощаемся. И тогда уже в школе появитесь во вторник. Да, значит... В понедельник, там я записан на тестирование. Ну, в понедельник тестирование, но во вторник начинается урок. Сегодня пятница вечер. Так что мы еще с вами увидимся неоднократно. Так, так.